Шымкент считается третьим городом Казахстана, и потому власти стали обращать внимание на внешний вид областного центра. Как считают в руководстве города, необходимо приостановить строительство объектов, которые не соответствуют архитектурным требованиям и портят впечатление единого городского ансамбля. Ну а в новых районах города у вновь построенных многоэтажек нужно строить детские площадки, а не выдавать пустующие земли частным предпринимателям для строительства магазинов и коммерческих объектов. Необходимо проконтролировать, как используются выданные ранее земли под строительством магазинов и других объектов, и обязать владельцев привести в порядок внешний вид сооружений. На эти магазины посмотришь, обклеены различными рекламными акциями и баннерами. Неужели все это нельзя сделать культурно и красиво? Весь вид города портит. Глава города отдал распоряжение ужесточить контроль за качеством строительства строящихся объектов. В 2015 году в эксплуатацию было сдано 37 многоэтажных домов. Это в 4 раза больше в сравнении с прошлыми годами. Но и нарушений при строительстве было выявлено предостаточно. В прошлом году был выявлен ряд нарушений строительными компаниями при возведении зданий. Были наложены штрафы на сумму 3,8 миллионов тенге. Уже к этому году готовы все необходимые документы и выделены средства для строительства 20 многоэтажек в административно-деловом центре и 10 в микрорайоне Туран. Бахром Абдуллаев, Амантай Аульбек, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».